сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы договорились о том, что нормандский формат, во что бы то ни стало, должен преодолеть все разногласия, которые имеются в нормандском формате относительно интерпретации Минских соглашений, поскольку нормандский формат – это контрольный механизм по отношению к Минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось. Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе, в проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минское соглашение о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать. Готовность надавить на Киев не увидел. Увидел попытки, так сказать, найти какую-то такую удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую продолжала в течение предыдущих 8 лет, если откровенно говорить. Твердые позиции о том, что необходимо выполнять Минские соглашения в соответствии с буквой и духом этих соглашений в политической части. Еще раз повторяю, мы обсуждали только политическую часть Минских соглашений. Сегодня не продемонстрировали ни Германия, ни Франция.